Всем привет! За моей спиной находится самое высокое здание в мире. Мой полный сафари! Это Дубай, Арабские Эмираты. И сегодня мы здесь охотимся на самых модных и стильных людей. Погнали! Стрим будет 2-3 часа. Как вас зовут? Меня зовут Диана. Диана, не секрет, сколько вам лет? 46. А как он в Дубаях нашел русских людей? Типа, он просто около отелей русских таких каких-то был, не знаю, где обычно туристы селятся. Рассказывайте, что сегодня на вас надето и сколько стоят ваши вещи? Угу. Что на мне одето неожиданно в Дубае? Надето, так На мне комплект розовый. У него, по-моему, Гуччи тапки. Тапки Гуччи. Сегодня дождик, поэтому лапки. Пришлось одеться теплее. Спасибо, это... Я люблю тебя. Спасибо большое, Франдер31, бро. Чмок тебя в пизду твою. Вот, ниже можешь прочитать, какие привилегии имеют сабы, если еще не прочитал. Компания Эрме. Ну, я в свое время брала где-то в Сеуле, по-моему, $5000. На ногах у меня... Ебать мою бы... Ой. Туфли Гуччи. Они где-то, ну, наверное, $600. Я же говорила Гуччи. Сумочка. Что это? Сумочка компании Эрме из крокодила, ну... Эрме это Гермес, типа? Наверное, где-то $1028. Долларов. Отлично, да, красивая сумка. Очки, что это у вас? Улыбочку. Очки. Луи Виттон, я вижу. Луи Виттон, да. Они где-то стоят $600. Он так на нее смотрит, знаете, так вот так на нее смотрит. Один так странный. Нет, конечно, кто хочет спать, ребят. Спасибо большое, что зашли. Из аксессуаров у вас что-то есть сегодня? Так, из аксессуаров. Ну, на мне часы Чопард. Happy Diamond коллекции. Часы, пацаны, чокопали. Сколько такие часики, Шопард? Можно поближе мы их снимем? Снимают-то поближе. Конечно, мы все знаем. Я уже не помню, весь комплект где-то стоит $27000. $27000 это часы, кольцо. Ой, жесть. Серьги. Есть ли у вас что-то еще, может быть? Вот так должна жить взрослая женщина чисто. Покупать все шмотки за 1 000 000 000 рублей. Если что, это не всерьез. Ну, не типа, я вообще не понимаю, зачем столько денег сливать на. Я когда трачу на одежду деньги, мне у меня сердце останавливает. Ребята, которые типа, ну, вчера сидели со мной в Сапруме в Дискорде. Вы, наверное, слышали, как я офигевала от того, что я покупаю себе одежду, и типа мне для меня дорого все вообще было. Ладно. Я вас услышала на листу. Вау! Все дорожки, все кольца, не знаю, там... Это бриллиантовый браслет? А, я думала, это Cartier, что он так удивлен. Ну, бриллиантовый браслет. Да, это бриллиантовый браслет, бриллиантовая дорожка, и колечко стоит, ну, 1040. Это тоже бренд какой-то? Жесть. Нет, это не бренд, это на заказ, но... Просто брендовые, они очень дорогие совсем. А если брать... Это тоже очень дорого, между прочим. $40000. Чем нужно заниматься в Дубае, чтобы так потрясающе выглядеть? Чем заниматься в Дубае? Надо долго жить здесь. Вы долго живете? Я здесь живу долго, да, более 20 лет. Поймали Алексея Черн... В Дубае уже очень-очень жарко всегда. Почему они в этом одеты, как эти, не знаю... Реально, Василий какой-то, я вам натуре отвечаю. Новый из легендарного Дабуги Крю, Лёша, привет. Слушай, сколько тебе лет? Ну, мне в данный момент времени 44 года. В данный момент времени, ё-моё, какой мужик. Старенький. Я вижу, ты по-простому рассказываешь, что за бренды и почем ты брал. Да, все очень просто, все очень дешево, друзья. Я совершенно не обращаю внимания на бренды. Да, и мокрый какой-то. Но иногда некоторые вещи люблю. Ну, вот пример. Мой любимый бренд, если говорить о бренде, все-таки Carhartt. А вот это свитшот с капюшоном, или назовем это кенгурухой, да, я брал в Москве, ну, 1007-8 рублей. Кенгуруха, кепочка. Ну, кепочка у меня самая простая. Я ее брал под цвет моего, так сказать, гардероба. Я просто люблю оливковый цвет. Какой ля, смотри. Вот. Модный. Она стоит 1000 рублей, и брал я где-то в спортмастере, по-моему. Раф, можешь петь потише? Я стримлю. Спасибо. Thank you, humanist. Thank you. Да. Вот, дальше. Да, смотрите, сейчас, вот секунду, это... Да. Don't worry. Да. Продолжаем. Continue. Да. Yes. Don't worry. Three minutes, it's not professional, it's not commercial, it's just for us, for Instagram, for my friend. Don't worry. Продолжаем, значит, нас сейчас трахнут. Вот, дальше продолжаем. Вот эта майка, ребят, это мой любимый Мадагаскар.
ручная вышивка. Мадагаскар, я же говорю, сафари, полный сафари, полный. Прекрасная майка, обожаю ее. Но стоит она 10 евро. Штанишки, я не знаю, ребят, что это за бренд. Нормальный чувак, типа, нормальный. Но худак за 7500 я бы не купила, честно. Обычный худак с капюшоном на этой резинке, хотел сказать, на вот этой молнии. Брал я его, опять-таки, просто под цвет. Брал уже здесь, в Дубае, ну, 100 долларов. Ну, а на ногах любимая моя, именно эта модель моя любимая. Лёша, расскажи, чем ты занимаешься в Дубае? Ребят, ну, здесь я работаю в данный момент на радиостанции. В данный период времени, я в данный момент времени сказала. Ведущим и, конечно же, продолжаю своим творчеством заниматься. Я занимаюсь пластическим театром. Скажи, сколько здесь в месяц необходима комфортная сумма для того, чтобы чувствовать себя максимально свободно? Ну, для меня, слушайте, я человек не богатый, но для меня вполне там устраивает там 1500-2000 долларов, если я зарабатываю. Но у меня есть жилье, чтобы вы понимали. Это тоже много. 1500-2000 долларов. Реклама? Привет. Это ты мне лайки в Инстаграме ставишь? Нет, вы не знаем. Да как не знаешь? А какой у тебя Инстаграм? Ну ладно, покажи. Ну, из твоих рук. Marmaria.ts. О, смотри. Че, он там лайки крутит? Что это такое? Это лайки. LikeMania.com. Да, боже, какая реклама классная! Очень крутая реклама! Просто очень классная реклама! Меня реально, типа, заинтересовало вначале, что происходит на экране. Типа, реально очень годная реклама. Но я не знаю, вы можете не согласиться? Чекин, реально. Это капец. И представьтесь, пожалуйста. Полный Алексей Воробьев, реально. Я в полном шоке. Капец. Как так вообще? Маркетинговый бог. Назвать Владимир. Я тоже думала, что это не реклама. Думала, полная вставка, минутка. Ну, Владимир, вы такой позитивный. Сколько лет вам? 58. Владик. Ну, а Владимир, рубашечка это было? Рубашечка на мне Беллинари. Ну, брючки у меня Бриони. Так, сколько футболочка стоит? Футболочка, ну, 800 она стоит где-то. Бриони брюки, поделитесь. Ой, ну, Бриони я недорого купил за 1200. Ну, это Пьер Карден, такой оригинальный, недорого. Мне понравились они. Не очень дорого Пьер Карден взяли? Нет, они недорогие. Где-то примерный ценник. 100, наверное. 100 долларов. Ой, ага, что еще из аксессуаров у вас, смотрю, красота? Ну, это вот это часики Ван Широн Константин. Угу. Мне подарили это. Я сам такой человек, который... консультирует. Я нумеролог, витоматематик, мастер рейки. Лё. И поэтому, может быть, так вот. Ну, вот мне подарили, благодарно. Мой репетитор по математике чисто. На клиент подарил. Ну, где-то дорого. 1080, наверное, не стоит. Ну, колечко мне, это Тиффани. Ой, тысячу! Чего? 80 тысяч рублей? Ой, не рублей даже! Капец! Как это называется? Дорожка, наверное, или еще, не знаю. Ой, как у той тянки, наверное, вместе заказывали. Вот, ну, это мне... супруга подарила на свадьбу, потому что мы недавно поженились, ну, 3 года назад. Сколько стоит, но она не говорит. Не знаю, посмотрите в этом. Хорошо, мы раскроем секрет супруги. И вот это интересная вещь. А это тоже мой аксессуар. Я хожу на работу. Вот вы меня сейчас поймали. Так, подождите, мне в глазах двоится. Сколько там? В Дубае. Сколько там? Вот чувак прилетел в Дубай, захотел... Капец, чуваки, это очень много. Ну, хотя для кольца. Но все равно для кольца. У меня аж в глазах двоится таких цифр. Это просто шок. За такие деньги. Его часы это как квартира. Не знаю, где... Ну, квартира 10 же стоит, да, в Москве. Ну, да, короче, его часы это одна квартира. Такой браслет. Огромная. Сколько он должен приготовить денег? Однокомнатный. Ну, у меня браслеты идут от 100 долларов до 1200 долларов. Это вот такой сколько? Такое 1200. Меня зовут Ранда. Ранда. Классное, интересное Ронда. Имя. А Ронда. Лет тебе сколько, если не секрет? Панда! А, Ранда. Мне 30. Туфли Christian Louboutin я купила на веб-сайте, на Net-a-Porter. Мне кажется, 700 долларов, где-то так. А, потом юбка Ronnie Ray стоит 650. Кстати, купила в Москве в ЦУМе этим летом. А, потом блузка Шанель купила в Риме в прошлом году 5000 долларов. А что еще? Очки. Ой, я на Алиэкспрессе похожую кофточку заказала. Покажу вам завтра, послезавтра, когда придет. Ё-моё, она стоит 1700 рублей. Уже покупала в ЦУМе летом где-то 700 долларов. Это Том Форд. Том Форд, да. Потом... Сумочка. Сумка Булгари. 3000 долларов покупала здесь. Капец. Молодой Эмиратс. Что у тебя из украшений?
Так, из украшений на мне сегодня немножко. Браслет, Cartier, тоже покупала в Риме. Cartier? В прошлом году 7 тысяч долларов. Этот, ну, этот маленький браслетик, 500 долларов. Потом кольцо, капец. Это английский дизайнер, покупала года 4. У него такие пальчики толстенькие, понятно, что год 4 назад покупала, но на самом деле видно, у него не вылазит. 4 назад в Лондоне, в Harrods, 5 тысяч долларов. И, ну, это обручальное кольцо, подарок от мужа, бесценно. Расскажи, чем надо заниматься в Дубае, чтобы позволять себе такие вещи? Я руководитель компании Big Booking в Эмиратах. Мы устраиваем концерты, занимаемся привозом. Странно, она говорит прямо ему в лицо, а он, ну, она такая на серьезных ёбочках, а он сидит такой, типа... Типа, это странно, почему она в камеру не смотрит? Артистов по всему миру. Если честно, если бы я не услышал русскую речь, я бы подумал, что вы араб, что вы местный отсюда. Я сам тоже так думаю очень часто. Как вас зовут? Меня зовут Владимир. Владимир, сколько лет вам, если не секрет? 46. Вы знаете, у меня нормальная офисная одежда, на самом деле, я по встречам сегодня целый день. А что конкретно нужно говорить? Ну, давайте прям начнем с обуви и вверх пойдем. Что за бренд, какой ценник? Какая обувь у меня? Я не знаю, это, наверное, Bottega Veneta. Стоит, ну, где-то, наверное, около 1000 долларов, я думаю. Идем выше. Боже мой, обычные тапки такие можно купить за 1000 рублей, блин, 1000, нет, только 1000 долларов. Джинсы, Армани, Я так и знала, что это Армани. У них там цвет один и тот же у всех этих Армани. Казиони, по-моему. Я редко сам себе вещи покупаю, в основном супруга делает. Поэтому мне очень сложно говорить. Ну, примерный ценник. 400. 400. Да. Футболка, что это? Футболка. Вы знаете, новый бренд появился. All Saints, по-моему, называется. Или All Days. All Saints, наверное. Да, All Saints. All Spice. Да, по-моему, стоит 150 долларов футболка. И пиджачок. Ты мне, кстати, не скажешь, что он Владимир. Спасибо большое, Марсик, привет. Корнелиане, мне только корнелиане подходят, правда. Я очень люблю пиджаки. Корнелиане. Наверное, широкие плечи. Вот, я просто мужчина настоящий с животиком, поэтому мне подходят только бренды нормальных дизайнеров. Нормально. Ну, наверное, около 1500 долларов стоит. Ну, ремень на мне Hermes, наверное. Да, да. Я просто не смотрел, что утром одел. Часы есть. Надел. Давайте, сколько ремень? Ремень, ну, около 1000 долларов где-то стоит. И часики нам покажите поближе. Часы Armani Brigue 50 тысяч долларов примерно стоят. 50 тысяч долларов часы. Да. Классно. Золотые Brigue Armani, царь называются. Чем занимаетесь вы в этом городе? Давно ли вы здесь? У него часы за 50 тысяч долларов, он не знает, как правильно сказать, надел или одел. Пора задуматься. Нужна ли мне школа? Ну, на самом деле, я очень давно здесь, с 95-го года. Ого, да. Вот, ну, наверное, скажу, что самое, наверное, основное, совсем недавно я возглавил национальную хоккейную лигу. Если кто-то не знает, мы играем в хоккей в Эмиратах. В нормальный Чего? Хоккей на льду мы играем в Эмиратах. У нас есть национальная лига, и я ее глава. Президент. А что у вас в руках, покажите? Ой, вы знаете, есть журнал такой. Если бы там был каталог с едой или, знаете, с видами пива, я бы не удивилась. Здесь выпускается русский элитарный журнал, «Арт-Пюре» называется. Кстати, тут довольно очень много интересных вещей, если касаемо вашего формата, то здесь очень много пишут о моде, на самом деле. На русском? На русском языке, да. То есть здесь такая большая русскоговорящая аудитория, что для них можно журнал? Русскоязычная аудитория здесь составляет где-то 250 тысяч человек. Офигеть. Мы же говорим о том, что здесь не только русских много, а русскоязычных именно много. Это, в принципе, хороший российский город, численность. Это хороший российский город, плюс вы не забывайте, по прошлому году, по-моему, 1,5 миллиона туристов за год было, только россиян. Привет, как тебя зовут? Откуда у тебя 1,5 миллиона столько денег в Дубае? Сколько стоит полететь с Москвы, например, в Дубай, если просто брать билет туда? Мне даже очень интересно стало. Дорогой ли твой билет? Никто не знает, ребят, кто-нибудь летал? 40 тысяч только в одну сторону? Серьезно? Давайте чекнем. Дубай. Найти билеты. Просто чисто из интереса. На троих 120 тысяч. Это туда-обратно или только... Кто-то пишет 8, кто-то 50, типа, это реально интересно, кстати. Но тут есть вот билеты 16 тысяч, сейчас ищется. 123 билета. Уже нашло. Не, я бы хотела в Дубай, на самом деле. Не знаю, для меня это кажется вообще чем-то, знаете, таким вообще супер нереальным.
Чего? 16 тысяч стоит? 16 тысяч стоит полететь в одну сторону. Да, 16 тысяч. Яна. Яна, это очень странно стоять рядом с тобой в шортах и майке, когда ты в плаще. Ну, на самом деле, для людей, которые живут здесь энное количество времени, уже эта температура, конечно, критична, и поэтому сегодня очень холодно, и в силу этого я оделась потеплее. Ян, ты скрываешь свой возраст? Да, это дизайнерский дождевик, который сделала моя... Спасибо огромное, Демилгат, Демилгат. Спасибо, я обосралась реально, просто в шоке в полном. Сижу, инсульт. Если сегодня будут. Конечно будут, зайка, спасибо тебе огромное за 1000 рублей. Всем огромное спасибо, и тебе, Тимофей, спасибо, вам всем спасибо. Подруга в Перми, обошелся он мне тогда, по-моему, 1000 или 6. Шляпа, нормально. Это, наверное, рублей 500 я за нее отдала. А сумка? Сумку я купила за 120 дирхамов. Здесь сапоги. Сапоги, наверное, я купила лет 7 или 8 назад. То ли 700, то ли... Вот реально тянка себе чисто оделась. Оделась чисто, оделась. 500 рублей, но я могу преувеличивать, может, еще даже меньше. Платок, который я купила в моем любимом магазине DC Gold. Она очень приятная такая, знаете, такая вот тянка приятная такая. Бывают такие женщины, типа, вот, приятные, даже учителя такие бывают, вот реально. Он стоит порядка, наверное, 80 дирхамов. Банан, видимо, намек на то, что я совсем одинокая, и чтобы скрашивать иногда мои будни. Честно, вообще, типа, я бы даже ни за что в жизни не подумала, увидев у нее банан, такие вещи. Так что, чего она так рофлит, типа, это было вообще, мне кажется, некорректно с ее стороны и очень грубо. Меня зовут Алена, рада познакомиться. Ля, какая! Ну, Алена в инстаграме печёт. Туфли Гуччи в районе 900 евро, платье Шанель где-то 3500. Саша! Цены? Большое. Спасибо. А когда? Спасибо. Ой, вы что-то сегодня, ребят. 200к? 200к? Охуеть. Спасибо, Демолгад, большое. Спасибо. После того, как посмотрим видосики. А уши и тебе спасибо. Но 200к это очень много на одного, мне кажется. Отель. Перелет и расходы на одного. 200к очень много, мне кажется. Для одного человека это вообще прям дофига. Спасибо большое. Спасибо огромное. Где-то 3500. Это Jack очень... Disclart в районе 900. Классная. Сумочка, да. Когда я уже пойму, в чем прикол покупать шмотки за такие большие бабки? Спасибо, Каспер, зайка. Спасибо огромное. 3500. А покажи нам, пожалуйста, это Шанель? Да. Это зимний сезон. Очки Бля. Шанель. Так. Кстати, как думаете, накачанные губы или нет, пацаны? Мне кажется, там в ней, в ее лице, там наколото штук 800. Как вы думаете, накачанные губки-то у нее? Мне кажется, у нее только нижняя тронута. Мне кажется, верхняя своя. Мне кажется, верхняя своя губа, потому что у меня там такой вот изгиб вот такой мерзкий, у меня такой же вообще вонючий, вот такой вот, типа, когда губы вот такие внутри. Это вообще ненавижу, фу. Чтобы где-то 400 евро. Вы знаете, когда разговаривают, очень мерзко выглядит. У меня, конечно, это не мерзко выглядит, но у нее прям вот очень мерзко выглядит, когда она разговаривает. Именно. Кольца на руках. А, часы! Боже мой, что это? Часы, ой, как... роли. Ой, ручки-то потрогать! А! Это бриллианты, ёбаный рот! Чисто русский в Дубаях, знаете, доебался, короче, до прохожих, типа. Ну, ладно. Честно говоря, я уже даже не помню, сколько стоит, но дорого. Мы посмотрим, попробуем найти такие. Окей, на руках еще есть... Кольцо Болгари, мой талисман, ношу всегда. Оно недорогое, но я его очень люблю. Примерно. Ну, наверное, 2000 евро. Вообще не знаю, вот такое дешевое какое. Это коллекционное от Шатилы, покупала в Лондоне. Это лайм-бриллиант. Сколько такое, если не секрет? Ну... Как же он лыбится, знаете, он такой... Мне кажется, он сидел такой учиться, знаете, вот такой вот такой... Улыбочку. Мазафака. Мне кажется, вот реально вот так вот сидел. Реально. У него в голове чисто, блядь. 1078, наверное. Вау. Серьги. Серьги тоже ношу очень давно. Бриллианты. Это Шапард.
Взрослая дама. Сколько? Дорого. Не буду вас смущать. Ну покажите нам хотя бы, можете? 2 карата. Каждый. А вот на шее у вас есть? На шее крестик Тиффани. Тоже его очень люблю. 10 000 долларов, я уже не помню. Где-то так. Алена, расскажите, чем нужно в Дубае заниматься, чтобы так потрясающе выглядеть и позволять себе такие дорогие вещи? Боже, как же он улыбится, меня это, меня бы это так смущало на ее месте. Стоишь такая, никого не трогаешь, что чел такой тебе. Улыбочку. Спасибо, Олуша. Да не слушай, там все дурочки сидят, блин, в чате реально. Дурочки. Ребят, чего как дурочки реально? Некрасиво говорить. Спасибо большое, Олуша. Спасибо большое. Для меня это 333 это много. 333, спасибо большое. Когда будете жить без родителей, не важно сколько, чуваки, абсолютно не я важно. Посмотрю вообще, на нужно иметь мира, а чатик нет. Понимаете, если не для этого, я здесь для вас, типа, я никогда не принуждаю к донатам.